Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 102, упражнение номер 212. Прочитайте. Пуму называют серебристым львом. За мощь, за храбрость. Но и поиграть любит пума, позабавляться, половить бабочек, попрыгать. А прыгает она удивительно высоко и ловко. Брагин. Объясните написание пропущенных орфограмм. Спешите, вставляя пропущенные буквы. Серебристым. Бездарно, гласно Е. Не проверяем ударением. Серебристым. Львом. Львом каким? Серебристым. Львом. Мягкий знак для обозначения мягкости предшествующего согласного. Мощь. Женский род. Пишем с мягким знаком. Храбрость. Мягкий знак для обозначения мягкости предшествующего согласного. Поиграть. Приставка по. И мягкий знак для обозначения мягкости предшествующего согласного. Позабавляться. Приставка по. И сочетание ся пишем с мягким знаком. Что делать? Позабавляться. Половит. Приставка по. Половить. Приставка по. Ловить. Бездарно гласно о. Проверочное слово ловит. Мягкий знак для обозначения мягкости. Попрыгать. Приставка по. Мягкий знак для обозначения мягкости. Удивительно. Бездарно гласно и. Проверочное слово дива. Мягкий знак для обозначения мягкости. Высоко. Бездарно гласно о. Проверочное слово высокий. Запишем данный текст. Пуму называют серебристым львом за мощь, с мягким знаком запятая, за храбрость, мягкий знак точка, но и поиграть любит пума, запятая, позабавляться, запятая, половить бабочек, запятая, попрыгать, точка. А прыгает она удивительно высоко и ловко. Восклицательный знак. Найдите, подчеркните возвратный глагол в неопределенной форме. Возвратный глагол здесь будет позабавляться. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.